открытие основной части программы прекрасно приглашается ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов. Дорогие участники нашего теперь уже традиционного бала, консерваторцы и гости, на самом деле для меня очень дорогие эти мгновения, приветствия предшествующего тому празднику, который уже начался. Но вот сегодня было объявлено, что это шестой уже бал в Московской консерватории. А что это значит? Это значит, что те, кто его начинали, те, кто на первом балу были первокурсниками, уже закончили Московскую консерваторию. И теперь это уже эстафета. Теперь это уже эстафета, которая передает старшим и младшим, с тем, чтобы убедиться, что начало было положено правильно. И оно действительно было положено правильно, потому что как не в Московской консерватории проводить именно такие замечательные праздники. Праздники уникальные. Но бал сейчас на самом деле возвращается в жизнь. Бал сейчас не удивишь, собственно говоря, имея в виду не всякого рода шоу, но большой зал консерватории, он ко многому обязывает. Он действительно приносит свою собственную атмосферу. И вот именно эту атмосферу мы хотели и смогли сохранить в наших собственных праздниках. Ну и очень много таких особенностей, которые никто не может повторить, нам доступно. Ну, допустим, то, что уже постоянным участником этих наших балов стал оркестр оперного театра Московской консерватории. И сегодня он тоже нас будет сопровождать. Давайте его поблагодарим и поприветствуем. Александр Александрович Милюков, главный дирижер, который сегодня тоже за пультом. И вот такое начало – это на самом деле зачин большого и замечательного праздника. Но остальное вы сами увидите, поэтому для меня тоже очень много здесь неизвестного. И я не старался проникнуть в эти тайны, заговорчески хранимые устроителями. А просто хочу вам пожелать, чтобы вы почувствовали, что весна началась. И что перед тем, когда придется сосредоточиться, приступая к сессии, у вас еще много времени не только хорошенько поработать, но и отдохнуть. Вот сегодня именно такой день. С праздником!
лица Института военных дирижеров военного университета. Мы горячо приветствуем вас на этом замечательном мероприятии, которое объединяет юные сердца наше учебное заведение и объединяет цены и эпохи. Говорить можно много, но главным красноречивым оружием сегодня будет музыка.